сказал отсюда, блин. Иди отсюда. Ребятки, Вовчик проснулся, слада, да. Иди отсюда. Только гоняет меня. Сейчас надо посуду убирать всю. У нас теперь новая фишка. Я теперь держу руку, потому что она у меня тепленькая на месте больном. Вот так вот. То есть, ребята, уже лечу руками. Лечу руками. Сейчас вот хочу посуду помыть и сходить, может, это купить абрикосов. У меня там абрикосы. Может быть, я все-таки не забуду купить масло и хлеб черный, да. А то дома, как говорится, кушать нечего. Всякое, знаете, вот вкусняшки-то это прикольно. Вот, но знаете, что лучше? Всегда полезная еда. Поэтому я считаю, что дома всегда должны быть фрукты, овощи. Так что так как Вовчик хорошо кушает абрикосики, ему как перекус, вот надо сходить купить абрикосов. Такие дела. Господи, как я устала уже от этого дня с руками. Девочки, как я уже устала. Кажется, закончится. Кажется, закончится, я уеду в светлое будущее. Все, блин, на себя успокаивала, думала, сейчас Таиланд откроют. А нифига. Он сейчас заставил Егора зубы прочесть. Все. Встань уже с кровати. Иди. Встань и иди. Восьмой день. Я как в тюрьме. У меня восьмой день. Вот так вот. Ну ничего. Ладно, девчонки, пошла мыть посуду. Покой нам только снится. Девочка, ну скажите, вот полезный перекус, да? Дынька, орешки. Вот положила ему вот эти вот бразильские орехи. Ну, не ест. Вообще зажрался. Вкусно такие вот эти орешки, конечно. Делаю ему полезные перекусы. Не просто там какой-нибудь сладости и прочая там хрень. Дыня, орешки. Лечу руками по фотографиям. Девочки, прикладывайте. Заряжаю воду. Я теперь Кашпировский. Ван говорит, у меня горячие руки. Не, действительно. У меня руки очень теплые. Вообще, со мной когда спят, я помню, ни один мужчина, кстати, говорил, что ты очень горячая ночью. С тобой можно даже одеялом накрываться. Ты тебя как от печки. Прям, ах, горячая. Я горячая женщина. И лечу руками. Я уже прикалывалась. Не, действительно, Вован сказал, что у меня теплые руки. Я сегодня это все, говорю, все, свободен. Говорит, а руку? Я говорю, какую руку? Говорит, приложи руку. Я постояла, вот, минутку подержала. Боль успокоилась. Прикиньте, у нее боль успокоилась. Я держала так вот. Боль успокоилась. Обезоружена, мне очень нужен ты. Мне очень нужен ты. Нужен ты, нужен ты. Девчонки, о, слушайте, я прям красотка, помылась, причесочку сделала, можно идти прямо на свидание. Я думаю, может бросить Вовчика, пойти на свидание. Нафиг он мне сдался больной-то? Вов, я тебя бросаю и ухожу. На свидание. Че, я красиво смотрюся, сейчас надушуся и вообще и пойду, да. Я обезоружена, мне очень нужен ты. Мне очень нужен ты. Знаете, использую масло, такое специально для волос, для укладки. Вот оно одновременно и волосы немножко, так, как это называется, увлажняет, вот, и укладочку делают. Вот, девочки. Вот, сейчас подушу с вами духами. Да-да-да-да. La Vie est belle, Lancôme. Да. О, такой кайф. Чистая, красивая. Мужика бы рядом. Он больной. Не больного. А то у меня только больной. Но, как говорится, и без больного тоже можно что-то сделать. Ой, прям красота. О, девочки, такой аромат просто. Прям вообще, я прям балдею. Я раньше даже не думала, что я очень люблю такие духи. Да, можно, да, даже голову так сделать. У меня уже осталась половинка. Даже меньше половинки. Очень грустно, очень грустно. Надо будет потом еще купить. Вот такие вот. Называется La Vie est belle. Lancôme. Даже не думала, что я такую люблю. Но я просто влюбилась. Ладно, о чем-то я. Я еще, кстати, на Wildberries тоже одну посылочку заказала. Вот, заказик один сделала.
Скоро придет, через пару-тройку дней. Что-то я, кстати, влюбилась в Wildberries, знаете, девочки, и постоянно там что-то все заказываю. Что-то хотелось сегодня кое-что там посмотреть еще. Вот одну штучку я заказала, еще одну собираюсь. Вот. Короче, такая я красивая. Иду я по магазину. Конечно, ну куда же я могу идти? А, мой верный сударь лежит, отдыхает, а я, соответственно, иду по магазину. Да, хочу купить кое-каких абрикосиков, картошечки. Что там еще хочу купить? Масло, девочки. Спасибо большое, что напомнили, что я должна купить масло. Надеюсь, я его опять не забуду. Мне нужно масло, хлеб. Это прям вот точно. Какие дела? Ну, в общем, все, пойду я прогуляюсь маленько. Воздухом подышу. Я думаю, может быть, себе еще пивка купить. Знаю, взять, не взять. Ну, что, вроде хороша я хороша. Ой, как хорошо. За брови, вот прям не знаю, что-то вот не сходят они, зараза. Вот это вроде сходит, вроде серое, вроде не сходит. По-моему, я красота, вообще. Девочки, просто супер, просто обалдеж. Короче, пошли. Значит, у меня сегодня настроение такое игривое. Ван лежит, ругается. Лежит, ругается, что я тут ору, кричу. Говорит, куда пошла? Да? Да? Куда пошла? Куда пошла? Никуда, никуда. Да-да-да, а я пошла. Ребят, ну как всегда, зашла к своим ребятам. Привет! Они мне, как всегда, набрали классных овощей, фруктов. Вот убрала опять целый пакет. Все, пойду домой. Смотри, какие арбузы классные. А откуда арбузы-то? Дагестанские. Дагестанские? Блин, у меня муж сейчас болеет, я бы доперла. Вот, просто очень тяжело. Сладкие. А? Сладкие, хорошие. В следующий раз за арбузом приду. Хорошо, хорошие. Все, спасибо. Вот. В общем, набрала у меня 700 рублей только было. Вот, а там на 754, говорит, в следующий раз занесешь. Я говорю, было бы у тебя это, терминал, я бы тут все скупила. Не, ну просто, знаете, очень сложно, как бы, ну, с наликом, потому что у меня налика вообще нету. Вот тогда сняла 1000 с Вовкиной карточки. И все, теперь я снова должна ребятам 54 рубля. Должна была 20, сейчас опять 54 должна. В общем, короче, сумасшедший дом. Дыни купила, купила цветную капусту, купила абрикосы. Вот, что там еще купила. А, 3 перчика еще взяла. Вот, в общем, вкусняшек опять набрала. Сейчас иду домой. Надо в Пятерочку сначала за этим маслом и хлебом. Чтобы не забыть точно. Кстати, девочки, вы там прикалывались насчет посылки, что мне там положили прокладки. Ну, во-первых, мне положили для того, чтобы я оценила немецкие, так сказать. А вот, смотрите, там мне положили черные. А вот у нас в магазинах даже таких и не встретишь. Так что, знаете, это был чисто женский подарок. Это никакой был не стёб. И, кстати говоря, полотенце положили для того, чтобы не разбились бутылки. Вот так вот. Вот я действительно сейчас вот смотрю, и вот таких вот классных, как мне прислали, у нас даже нету. А черненькие, знаете, под красивое черное белье. Это прям... У меня теперь такие есть. Вот, но это... А у нас вот таких даже и не встречается. Так, я вам тут накупила, смотрите, много всего. Купила, кстати говоря, фарш. Хочу, может быть, сделать даже болоньезу. Сейчас попробую поискать рецепт. Вот, может быть, сделаю фарш. Ну, в смысле, не болоньезу, а этот, как его, лазанью. Да, у меня же там есть вот эта вот паста интересная. В общем, так вот, такие дела, такие дела. Ребяточки, добралась до дома. На свидание, конечно, не попала. Мужчина моей мечты был где-то далеко, вот, и не пришел ко мне навстречу, но... Я для своего мужчины, так сказать, купила кое-что вкусненькое. Так, давайте покажу, что же я купила. Что же я купила, девочки? Купила, как всегда. На 750 рублей купила вкусняшек. Купила отборных, таких очень вкусных абрикосов. Вовчик очень хорошо их ест. Мы вместе трескаем по вечерам. Просто шикарнейшие, знаете, медовые. Просто медовые. Вот взяла килограмм 200, кило 200. А, не помню на сколько. В общем, стоят они по 225 рублей у ребят. Вот, взяла таких вот. Дальше, что еще взяла? Взяла еще вот такую вот капусту. Так что я сейчас вот вижу, что она уже какая-то вся дрявенькая. А вот, это у нас цветная капусточка. Хотя что-то... Что-то где-то она вот немножечко болявенькая. Болявенькая, девочки, болявенькая. Ну ничего, это мы обрежем, это мы сделаем.
Ну, так вообще свеженькая капустка. Смотрите, такая желтенькая. Видите, как мне парень сказал, что какой-то сорт такой желтоватенький. Вот, не знаю, сорт, не сорт. Дальше, что еще взяла? Взяла еще 3 перчика, таких красненьких. Но можно на салат, можно прям так. Может быть, я вообще, кстати, думаю, может быть, сделать мне болоньезе. Точнее, не болоньезе, блин, а как это называется-то? Лазанья, во. Девочки, никогда в своей жизни не готовила. Но, может быть, попробуем. Еще взяла, смотрите, у них очень такие классные крупные нектарины. Девочки, шикарнейшие нектарины. Взяла, я не помню, тоже по 225. И долго стояла, принюхивала, собирала дыню. Выбрала самую такую ароматную дыньку, классную. Еще у них были арбузы, но, знаете, я уже не допру. Поэтому вот такой вот у меня набор овощей и фруктов. Вот, я очень люблю, на самом деле, овощи и фрукты, потому что, во-первых, это полезно, это микроэлементы, это витамины, и это очень полезно для пищеварения, чтобы не было никаких гастритов, ничего. Знаете, питаться какой-нибудь парашей, честно, не хочется, там, ппшки и прочее. Вот, тем более Вовчик сейчас болеет, поэтому я стараюсь налегать на всякие вот такие продукты. Вот, чтобы побольше овощей, фруктов и вообще. Так, все-таки не забыла купить масло, девочки, не забыла. Купила сразу 2 вот такое вот масло, краснобаховское. Вот, прочитала состав, написано... Сливки пастеризованные. Попробуем, что за маслечко. Взяла сразу 2 штучки. Девочки, масло не забыла. Спасибо большое, что мне напомнили. Вот таких вот 2 кусочка взяла. Дальше, что еще взяла? Еще взяла хлеб, разумеется. Тоже не забыла. Опять же, спасибо, что напомнили. Вот, взяла хлебушек черненький. Вот такой классный. Так, еще взяла фарш. Фарш взяла вот такой говяжий, мираторг, он уже готовый. Я не помню, сколько он стоит, по-моему, все это 160 или 170 рублей. Здесь у нас 400 грамм. Вот, хочу с ним вот сделать, либо лазанью сделаю, девочки, либо, может быть, не знаю, какие-нибудь фрикадельки, может быть, болоньезе сделаю. Вот, ну, как пойдет. Вот. Так, еще взяла кефир. Вовчику очень полезно. Вот. И взяла вот такую себе на вечер вкусняшку, Швепс. Швепс мохито, девочки, Швепс мохито, смотрите, мохито, вот такой прикольненький, буду вечером с чипсиками, у меня там чипсики есть, под сериальчик, и взяла себе вот такой вот морозный, вот, чистая линия, первый раз такой пробую, радуга называется, вот такой красивая радуга, сейчас мы его съедим вместе с вами, вчера мы с вами пили пивко, сегодня мы с вами будем кушать мороженое, а то мукбанг с мороженым у нас еще не был. Точнее, было, но как-то не зашло тогда. Ой, что-то оно у меня уже подтаяло. Ну, хорошо, зато быстро съестся. Да. Вроде такое неплохое, смотрите. Вот. Нормально. Вообще, знаете, мороженое в стаканчиках, по-моему, самое вкусное. Это вкус из детства. А все вот эти вот современные, там, знаете... Баунти, Сникерсы, вот такой себе. Идет сам. Я там еще видела, знаете, на палочке такое, как он называется? Как это называется? Лакомка, что-то типа лакомки, да? Вот, и когда мороженое в такой, знаете, шоколадной обертке. У меня мама такое еще любила, хотела взять. Но что-то он, зараза, такое дорогое. Оно стоило 100 рублей за штуку. Конечно, сейчас мороженое вообще очень дорогое. Я себе одно взяла. Я думаю, я заслужила. Да, вот там пишется, типа, вот, ты заслужила, что там такое дело. Ну, я считаю, что так себя нужно немножечко побаловать, себя нужно за что-то вознаградить, потому что в противном случае, так сказать, весь запал, весь настрой, если себя только каждый день корить и, не знаю, обижать, то это будет плохо. А если себя прядишки баловать разными мелочами, ну, конечно, баловать себя едой – это не самый лучший вариант. Честно сказать. Вот. Я сегодня побаловала себя. Приняла душ. Надушилась. Сделала хорошую прическу, да. Вот, прогулялась. Пообщалась с людьми, да, с продавцами, да, хоть как-то. Вот. Опять же, осталась им должна. Вот. Как-то. Купила себе мороженку.
За 50 рублей. Ничего. Мне на самом деле очень много пишут в Инстаграм, говорят, что Ниночка, не переживай. Все бывает такое, что люди болеют, как бы рано или поздно все закончится, так что не переживай. Вот. Желаю мне сил, терпения. Спасибо большое. Надеюсь, все будет хорошо. Просто нужно немножко потерпеть. Вот видите, я плакалась, а у нас уже прошло больше недели. У нас, засчитай, сегодня 8-й день. Уже операцию мы сделали 21-м. На первом, на втором, третьем, четвертом, пятом, шестое, седьмое, восьмое. Сегодня у нас какое? 28-е. Да, 8 дней уже. Завтра, считайте, уже 9-й день. Завтра, надеюсь, ему снимут свеж швы. Ну, сейчас вот смотрела, знаете, мы периодически фоткаем. Вот я смотрела и поняла, что у него прям заживает, прям видно, что у него все заживает. Очень хорошо. Ну что, это прям здорово. Я думаю, через недельку уже бегать будет. Такие дела. Такие браги. Сейчас хочу на ужин отварить картошечки. Вот, немножечко с маслицем. Но я не буду много добавлять, чисто символически. Чтобы она не сухая была. Вот, и у меня там укропчик есть. Хочу немножко порубать. И туда. Плюс курочка с овощами. Я думаю, у меня курица-то заканчивается потихоньку. Я думаю, чем дальше кормить. И вот купила фарш. Я думаю, будет вариант. Как вариант? А еще, кстати, найти вариант, не вариант, а рецепт лазаньи. Девочки, жду рецепт лазаньи. Я знаю, там есть какой-то соус болоньезе, не знаю, получится у меня, нет. Там, по-моему, тут на следующее масло и так далее. Не знаю, можно ему будет лазанью или нельзя. Ой, какое мороженое классное. Вот так, желтое, голубое, зеленое и розовое. Желтое, раз, два, три, четыре. Четыре вида. Вроде как, наверное, подразумевалось, чтобы оно было разных вкусов. По-моему, это просто красители. Обычный пломбир. Мне нравится, знаете, в чистой линии. У них там такое же, в принципе, мороженое, только оно называется немножко по-другому. Ну, там с шоколадной крошкой. Ой, очень вкусно с шоколадной крошкой и крем-брюле. Ой, у них там вообще очень вкусно. Творчику нельзя, не можно. Поэтому я сижу вот тут и ем. Завтра сделаю цветную капусту. Не знаю, может быть, на ужин. Я ее отварю. И сковородочку немножечко. И залью яичком. Будет вкусно. Как гарнирчик делал. А что, такие дела. Ой, холодные. Что так? Дыню долго стояла, выбирала. Все-таки выбрала. Абрикосы Вовчик очень хорошо ест. Поэтому я купила абрикосы. Побольше. Пускай ест. Вообще не знаю почему. Когда люди болеют, всегда назначают много овощей, фруктов. Вот. Кто-то питается чисто бульонами. Но мне кажется, знаете, чисто бульонами питаться нельзя. Потому что в бульонах нет ничего такого полезного. Разве что это сидящее питание. А ему нужно кушать, ему нужно, как говорится, работать, чтобы у него все хорошо работало. Ну, все нормально. Фигел. Не, ест он хорошо. Здесь прям проблем вообще нету. То есть проблема небольшая с кашей. Он сейчас кашей, вот он плохо ест. Но эту проблему мы рано или поздно решим. Вкусно. Холодный. Ой, опять буду потом кашлять. И опять буду ругаться на кондиционер. А сама, видите, жру холодное. Время ужина. Ну, у меня, слава богу, все готово. Может быть, супчики немножко погреем, чтобы было такое жиденькое. Он у меня уже перекусывал сегодня. Дал дыню, орешки. В общем, с голоду не помирать. Не беспокойтесь. Все четко. Все по плану.
перед сном у меня кефирчик пьет. Это ему новую партию купила, свеженького. Стакан кефира. Все, молодец. Ну как, да. Потихоньку идем. Полегоньку. Вроде думаешь, это время. А вот видите, как время-то летит. Уже неделя прошла. Вроде думаешь, хоп-хоп-хоп. Сейчас уже надрочила все это делать. Все нормально. Меняю все ему повязки. Раз-раз-раз, и все. Сегодня, конечно, орал. Там повязка прилипла, присохла. Вот и я отдирала. Он такой, я и все над ним прикалывался. Вот так. Ой, моя хорошая, пойду в одиночестве насладюсь мороженым. Вам хотел хорошего. Увидимся с вами на мукбанке. Пойду отварю картошечки, сделаю на ужин и погрею супчик. И будем с вами ужинать. Да, мы, вы, я и он. Да. Завтра утром, слава богу, нам к врачу. Так вроде, знаете, думаешь, раз и день прошел, раз и день прошел. Думаешь, скорее бы. Иногда думаешь, почему так время быстро летит? Иногда думаешь, скорее бы все закончилось. А дынь так классно пахнет. Я реально стояла у них, все дыни перенюхала. И да. Ну все. Люблю тебя. Пока. Увидимся. Не забывайте нас подписываться. У нас всегда хорошее настроение, и веселье, и позитив. Мы даже если ноем, я ною, то я ною с позитивом. Я красиво ною. Ладно, ребят, я больше прикалываюсь, я больше люблю поржать, вот, и те, кто меня уже давно смотрит, я думаю, они это понимают. Вот, не воспринимайте меня всерьез, все мои слова, все мои действия, я просто такая приколистка, да. Люблю, целую, увидимся в мукбанке, пока!